Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома». С вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. И мы продолжаем неделю новогодних закусок. Сегодня третья, и это по-настоящему русская закуска с селедочкой для тех, кто любит напитки покрепче. Для нее нам понадобится филе соленой сельди, черный хлеб, отварной картофель, лук, перец и майонез. Можно, конечно, взять целую сельдь и почистить, но так быстрее и проще. Самое главное убедиться, чтобы тут не было костей. Картофель я отварила заранее в подсоленой воде. Главное его не переварить, чтобы он держал форму и не разваливался. Ну а для того, чтобы собрать нашу закуску, нам нужно сначала нарезать все наши ингредиенты. И начнем мы с лука. Нарежем его кольцами, а диаметр лука лучше выбирать поменьше. Дальше нарежем хлеб квадратиками или прямоугольниками. Главное сделать небольшую основу для наших закусок. Корочки от хлеба я хочу срезать, а остальной кусочек разрежу пополам. Теперь нарежем картофель такими дольками, чтобы он подходил по размеру к хлебу. И нам осталось сельдь нарезать кусочками примерно 1,5-2 сантиметра. У нас все готово, и теперь можно собирать нашу закуску. На кусочек хлеба выкладываем немного майонеза. Дальше кладем пластик картофеля. Теперь лук. Присыпаем его немного перцем. И сверху выкладываем сельдь. Фиксируем все это шпажкой. Вот такая серьезная, сытная, я бы даже сказала, мужская закуска у нас получается. Если вы любите селедку, обязательно ставьте лайк на это видео. Надеюсь, вам понравилась такая идея к Новому году. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы не пропустите мои следующие рецепты. Пишите мне комментарии, я жду каждого. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки внизу в описании под этим видео. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита, пока!